Стала известна сумма федеральной дотации для Ивановской области на 2017 год. Регион получит почти 9,7 миллиарда рублей. Это на 2 миллиарда 700 миллионов больше, чем в году текущем. Цифры огласили, когда законопроект о федеральном бюджете депутаты Госдумы приняли во втором чтении. Плюсом к этому Ивановская область получит еще 276 миллионов рублей на компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. В целом же сумма 9,7 миллиарда рублей пойдет на финансирование полномочий, некогда переданных региону от федералов. Начнем с летнего отдыха. Вот самый простой летний отдых. Они нам были переданы, и мы там вытягивались. Дальше в свое время техникумы нам, помните, были переданы. Все передано. Вот, то есть, вот весь объем этих социальных расходов, просто-напросто проведена инвентаризация всего того, что нам передавали с 2000 года по 2016, это все оценено в текущих ценах, и мы удовлетворены тем, что федералы, собственно говоря, в этом плане нас услышали.